В новогодние каникулы в Ульяновском драматическом театре юных зрителей ждет встреча с героями сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Режиссер-постановщик спектакля Максим Копылов, художник Владимир Медведь. Даже самых искушенных театралов покорит зрелищное оформление. Четырехметровые зеркала, фантастические костюмы и неутихающая снежная буря на сцене. Зрители постарше узнают в героях сказки своих сверстников, а может и самих себя. После спектакля всех ждет карнавальная интермедия среди кривых зеркал в фойе. Новогодние представления в драмтеатре будут идти до 7 января 2018 года. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.